детей уводить отсюда. Больные дети должны... На каких основаниях? Больные дети должны, говорю, они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался. Вызовите, пожалуйста, службу, и мы договоримся с ним. Службу какую? В третий корпус, шуруйте в свой. Я собственница здесь, во втором... Так вы шуруйте туда. А нам сказали, можно здесь. Кто сказал? Ваш управляющий. А, где вы, в каком вы месте сидите, я узнаю, кто собственник вашего помещения, у кого вы арендуете. Сходите, я вам У нас еще этого адрес. Не было в доме. Адрес, сходите, я вам уже сказала адрес, сходите. Сходите в управляющий, обратитесь к отделению полиции. Я не буду в отделение полиции сейчас обращаться, я сейчас обращусь в управляющую. А и узнаю, кто у вас аренда. Я сказала, хватит меня снимать. Вы делаете? Я больно вам не делаю. Я говорю, телефон убрала. Вы отсюда съедете. Я говорю, вы съедете отсюда. Попей водичку, попей. А! Я, да. Я иду, моя хорошая. Видишь, нам тут гулять негде, мы уходим. А как велосипед? Велосипед я сейчас привезу. Идите с вашими детьми, у вас там качели есть, я не понимаю, почему вы сюда приходите? Потому что... Нет, вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, еще и в вашем дворе. Мы выясним, можете ли вы там гулять. С детьми, вот с этими особенностями. Мы можем гулять где угодно. Нет, вы не можете гулять. Я говорю, организовывайте свою площадку и там гуляйте. Это наша площадка. Организовывайте... Нет, не такая же. Нет, у вас свои должны быть. А, карантин, всякая хрень. У вас, да, у вас все свои должны. Алло. Маш. Утро доброе. У нас здесь почему дети гуляют? Непонятно какие. У нас в третьем корпусе что за центр появился такой? С детьми с особенностями. А? В третьем корпусе. Что у нас там за центр? Так почему они здесь гуляют? Выйди, пожалуйста, сюда к нам. Уведи их в третий корпус. Нашим детям негде гулять. Маш, выйди, я говорю, ко мне, пожалуйста. Я говорю, в третий корпус их уведи отсюда.